Фонд ЖКХ утвердил лимиты финансовой поддержки субъектов Российской Федерации. Средства рассчитаны на реализацию программ по переселению из аварийного жилищного фонда, капитального ремонта многоквартирных домов, а также модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Так, общий объем средств превышает 139 миллиардов рублей. В 2013 году регионы могут претендовать на 61 миллиард, 7 из которых пойдет исключительно на капремонт домов. В 2014 году объем инвестиций составит 67 миллиардов, в 2015 – 30 миллиардов.